Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами снова Асхат Халилов, тема «Мир бритв». И благодаря вам, уважаемые зрители, я смог определить. В общем, футляр был не родной. Вот этот станок, это станок «Спорт-10», московский завод «Красная звезда». Покажем его крупным планом. Длина станка 74 мм, длина головы 41 мм, ширина головы 25 мм, толщина ручки 10 мм. На ручке есть накатка ромбовидная против скольжения. Станок небольшой, субъективно он мне нравится. Такими станками легко производить манипуляции во время процесса бритья. Вот спичечный коробок, чтобы вы видели размеры. Я нашел информацию по нему благодаря тому, что на плите есть логотип. Вот по нему все-таки нашел информацию. Сохранился он очень плохо, все покрытие облезло, но это история. Этот станок в процессе бритья я пробовал, можете поискать его в моем плейлисте «Мир бритв». Такой очень симпатичный станок, можно сказать, что произведение искусства. На сегодня все, до следующих видеообзоров.